Yeah. I don't got no type. Nah. Bad bitches is the only thing that I like. You ain't got no life. И всем привет, ребятки! Вы на канале Gunplay. И сегодня мы поиграем в игру Granny, и я вам покажу отличный 100% банк в этой игре. Ну и что ж, давайте начнем. Давайте начнем. Приветы, как всегда, в конце будут. Ну, в конце будут приветы, да, вы поняли. Так, и у меня есть новость. Я, короче, собираюсь все-таки эту игру пройти. В следующем видео про Гренни я обязательно пройду ее. Я уже ее почти прошел. И мне там код остался, но я не прошел, там код не нашел просто. И давайте начнем. Покажу вам отличный баг в этой игре Гренни. Погнали. Лодин. И сейчас первый день там будет. Баг этот как бы такой средний по сложности. И покажу вам обновление, которое давно уже вышло, конечно. Ну, вы, наверное, знаете это обновление 100%. Так. Ну, этот баг точно работает. У меня он точно работает. Я с помощью бага, конечно, чуть не прошел эту игру. Потому что там просто не хватило сил уже пройти, найти этот... Ой, что такое? Чё этот... Именно сам... Как бы... Ну, короче, вы поняли. Чуть-чуть завис джойстик этот. Так. Ну, и вот так. Вот так вот. Делаем, и только она заходит к нам в комнату, мы как бы начинаем... С кровати в кровать, вот так начинаем, все, начинаем, погнали. Она нас убивает. Этот баг не с первым, не, как бы, не работает так с первой попытки. Нужно со второй, с третьей работает он. 100%, я вам говорю. У меня он тоже с первого дня не получается, так что если у вас тоже не получилось, так и должно. Ну, очень редко оно с первого дня получается. Наверное, два раза надо... А, не, уже два раза есть, уже даже три раза. Наверное, вот так. Да, ну вот так, конечно. Ваза тут будет, пускай тут будет. Идет, слышу, открывает двери. Так, и давай, бабка. Надо очень быстренько. Все, ребятки, вот наш баг. О, бабушка, у нас ты забагалась, я вижу, да? Извини, бабушка. Ну вот, он с первой попытки там не работает всегда, у меня тоже. И у вас тоже, наверное. Ну, со второй, со третьей, он у меня обязательно сработает, и у вас тоже, я вам обещаю. У кого не сработало или кто, ну, в нем, конечно же, я вам показал. Никакого лишнего движения, и у вас все получится. Ух ты, какая-то страшная. Мы уже на тебя смотрели. А, бабушка, смотри, мы твою вазу сейчас будем... Как бы... Уроним твою вазу на твоих глазах. А, твоя любимая ваза, бабушка. А давайте на голову попробуем как-то запрыгнуть. Мы тут прыгать не можем, это минус. О, в смысле? О, как я прыгаю? Я не понял. Где я только что был? В смысле? Я так для прикола просто сказал на голову запрыгнуть. Я чё, реально? А как? Чё я делаю вообще? Не понимаю. Короче, ну тебе, бабушка, как бы это странное. Ой, твой антиквариат. Бабушка, твой столик упал. И разбился. Так, бабушку мы закрываем здесь, и все. И домик наш, ребят. Этот дом наш. Мы тут хозяины. Так что все. Что мы будем делать? Картины у тебя на каких-то соплях держатся, понимаешь? Падают. Очень-очень-очень от маленького касания они уже падают. Это какие-то... А вот, ребятки, наша банька и машинка. Сейчас ее пока... А, уже дверь открыта. А, она аж отсюда выходит всегда. А, хотя тут двери нету, по-моему. Или есть? Нет, есть двери, по-моему. Как нету двери? По-моему, двери были. Так вот же, двери. Они есть тут. Они... Алло, где двери? Я не понял. Двери тут всегда вообще-то были, по-моему. Да, двери были, я вам говорю.
Двери были. Ой, ой, что это такое? Что я сделал? Машина на соплях держится. А, так это же... Это машина первого года, вы понимаете, выпуска. Какая марка у тебя тут? Я не вижу. Короче, кто понимает, я... Это, наверное, какой-то москвич или что вообще за барахло. Короче, машинка отвратительная. Посмотрите, я тронулся, а бампер упал, понимаешь? А где бампер вообще делся уже? Ой, шин даже нет. А ну-ка, бампер упадет? Нет. Она склеивала. Кстати, знаете, тут прикол такой. Если открыть, например, я когда это обновление первый раз увидел, я думаю, о, хорош. И потом такой нажимаю эту. Думаю, можно сбежать таким способом, думаю. И потом, потом открываю. И кирпичная стена. You cannot escape. Ты не сбежишь. Ну, да, я понимаю, что я не сбегу. И что же, вот такой у нас баг. Вот мы ее забагали, она там себе стоит. Потому что тот баг, который я когда-то показывал, давно. Ну, не давно, но чуть-чуть, ну, давно, да, уже показывал, когда мы первые разы еще в Грэнни. Да, первое видео про Грэнни, там я ее решил забагать. Этот баг уже не работает. Лично он не работает уже вообще. Лично для меня он вообще не работает. Я не могу никак своим... О, тут уже у нас ружье можно собрать. Ну, ребятки, я все знаю, как проходить здесь. Вы мне обязательно в прошлых видео подсказывали, даже я помню. И вам всем спасибо. Ну, мы пройдем обязательно. Ради вас я пройду. Вы что, издеваетесь? Я пройду. Я обязательно ее пройду. Только сейчас кухоньку обшастаю. Ну, просто чтобы... А ну-ка, в мойке ничего нету. О, у нас тут VIP-кей. А я знаю. О, арбалетик погнали возьмем. Давайте. Ай, это бабушка не... А, то есть какой? Колокольчик не надо? А, ну нет, колокольчик надо. Нажмите на колокольчик и кнопочку подписаться. И вы будете получать уведомления о моих новых видео. Ну что это за ерунда? Как... Ну как пройти теперь? Чё, проход уже заклинил? Нет. Нет, вроде бы. Нет, упало. Так, давайте куда пойдем мы? Арбалет давайте возьмем. Ну хотя арбалет... Польза. О, давай я знаю, лицо стрельным арбалетом. Так, где ты? О, а погнали возьмем. А, этот у нас это, как его, мясо или... Я сначала думала, что это, знаете, как груша боксерская, знаете, типа как бы... Я сначала думала, когда первый разыграл в эту игру, но у нас тут есть... О, давайте попробуем слендерину вызвать, как бы... Ну, я не знаю, это у меня это не получалось. У некоторых получалось, или когда это срабатывает, я не знаю. Нам как бы нужно найти... О, это что? О, кар. Окей, сейчас мы... Кстати, мне тут на ключи повезло. О, вот у нас арбалет. Так, давайте попробуем сначала... Да ну, ключ от машины, там от багажника, а там от багажника ерунда какая-то будет, 100%. О, давайте сейчас как бы... Нам вот эту надо кнопочку нажать. О, прикольно, Тедди. Давайте Тедди и к Слендерине пойдем. А, хотя как к Слендерине пойти, надо молоток найти. Во-первых, молоток найти. А, по-моему, я знаю, где молоток. Тут можно быстро найти. По-моему, вот здесь. Есть молоток? Нету молотка, ну блин. Блин, где найти? Ну ладно, давайте пойдем туда. Мишку положим на столик. Вот здесь, на столик мишку. И погнали за ключом от машины. Надеемся, надеюсь я лично, что... О, давайте в шухляночку эту заглянем. Так, я надеюсь, что будет. И там, типа, как бы, ручка от колодезя, от... ну, короче, вы поняли. И там, надеюсь, будет молоток. Это я так думаю, хочу, чтобы было. Потом взять молотком вот тут чердак, там где, короче, вы поняли, там тюрьма. Давайте тогда... Ай, ты что, вы меня не пускаете? Ладно, от багажника вот у нас ключик. Молоток! Круто! Прям подумал про молоток, и он здесь. Круто, круто. Так, погнали теперь. Куда нам погнали? Погнали на выход.
Как бы можно было, если бы тут можно был какой-то был инвентарь, вот это ой, колокольчик, так, просто инвентаря нету, вы понимаете, просто нельзя взять побольше, чем один предмет, вот это меня очень раздражает сильно. Приходится, вот я взял бы с собой сразу мишку, о, давайте покладем сразу сюда эту ерунду, так. У нас там, помните, была проблемка, что я проваливался сюда. Ну, сейчас я знаю, как нормально пройти. Не спеша, как я... Ну, ладно, все, мы продолбили. Вот тут должна появиться Слендерина, как бы. Знаете, что Слендерина это как бы дочка Гренни? Кто не знал, обязательно, ну, вы узнаете. Это дочка Гренни, мне так кажется. Или внучка. Но дочка больше всего подходит, потому что вот ее колыбельная, как бы, кроватка, вот. Вот ее как бы кроватка, да, и это ее мишка. И мы сейчас будем как бы воспоминания, там Слендерина к нам придет. Там, давайте, я не хочу рассказывать, я хочу просто пойти взять молоток. А где он был? Ой, какой молоток? Тедди, Тедди, мишка, Тедди. А, я помню, где я его положил. Сейчас, я пойду туда. Или это... А, нет, куда я вообще попер? Мне надо обратно сюда. Давайте заодно сюда, в эту комнатку пройдем. И посмотрим, что тут у нас там есть. Что тут есть у нас? Так, в шухлядок есть шестеренка. Ну, она почти пока не надо. Я хочу просто где-то... А, вот, я его положил уже сюда. Я просто хочу сейчас проверить, придет ли к нам Слендерина, или когда она приходит. Я хочу ее увидеть вживую. Просто я ее в Ютубе видел, там видео. Но вживую я ее не видел никогда. Попробуем пройти... Ой-ой-ой. Вот так лучше проходить, ребятки. Вот так вы 100% не упадете. А если попретесь наперед. О, нет, туда мне не надо вообще. Мне молоток надо. А где я молоток дел? А вон молоток. А, ну заодно тогда давайте сейчас. Ну, давайте, я думаю, сначала как бы. Такое сердцебиение. Так, ну ладно. О, там у нас есть. А здесь у нас ее как бы друг или что это? Ну, это я там для прикола говорю просто. О, давайте мишку положим. И что случится? Ничего не случается. Когда Слендерина приходит, я не понимаю. Может, давайте вот сюда, вот так. Ну, как его вызвать-то? Я не понимаю. Напишите, когда, если вы знаете. Я просто хочу ее увидеть. Без Слендерины можно пройти, Гренни, обязательно. Мы это и сделаем. Ну, на этом давайте, наверное, заканчивать. Все-таки я хотел сегодня только Бах показать, но показал больше, чем я рассчитывал-то. Ну, когда ты придешь, ты? Ну, окей, давайте тогда попробуем пройти, знаете как, не приседя, а просто ровно. А, ну, в принципе, и так можно проходить, просто я... А, нам же за молотком надо, что я вообще... Ну, можем, давайте вот туда его. Мишка, пока. О, давайте вазу вот так кинем. Опа. База, то есть какая база, говорю. Ну, опа, И чё? Мы звука даже не услышали никакого. Давайте хаммер. Ага, зачем нам он? Нам надо вообще-то кусачки эти там, чтобы вентилятор. Ну, это, ребятки, очень долго. Я начал проходить. Чё я начал проходить, я не понимаю. Я хотел проходить ее. А, тут дыра. Я хотел пройти ее просто уже в следующем видео про Гренни. Так, туалета нету. Ничего, просто мне хочется пройти ее как-то ванна. Я вот ее. Ну что ж, давайте на этом закончим. Вон, давайте к Гренни пойдем обязательно. Ты у нас вот стой. Бага с первой попытки, как вы видите, не получается. Ну, ничего страшного. Так, давайте, ребятки, на этом закончим. Обязательно передаю привет. Фойлой, огромный тебе привет. Полина Перерва, привет. И Денис Икс, привет. Ну что ж, давайте заканчивать. Мы обязательно поиграем, продолжим играть в Гренни. В эту нашу старую бабусю, бабулю. Так,
Ну, понял, бабка. Мы от тебя сбежим обязательно. Мне кажется, что она какая-то слепая, знаете? Ну, смотрите на ее глаза, зрачков даже нету. Белые и чуть-чуть красные, там, наверное, сосуды какие-то. Ну, короче, давайте на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока!